Мечем бьем бунтаря. Выпала карта бунтаря. Ушел центр. Я хочу сказать, что мы по своей жизни внутри бунтари. И мы можем стать бунтарями. Но понимание бунтаря, бунтарь, который все разрывает на своем пути и просто против всего, там, куда-то бежит, без цели, это совершенно одно. А бунтарь, который разрывает цепи своих оков, нашел в себе свет, и этот свет несет дальше, освещая путь других людей. Видите, на карте у него факел, разорванные цепи. У него смелость орла идти по своей дороге, и за спиной вырастают крылья. Пришла замечательная медитация. Закрывайте глаза. Она специально для вас. Сядьте поудобнее. Закройте глаза. Привыкните к этому положению. Некоторое время посидите в тишине и спокойствии. Теперь глубоко вдохните в себя. И выдохнув, представьте голубо-прозрачную дверь. Вы идете сквозь эту дверь и оказываетесь в огромнейшем просторном зале. Вы встречаетесь в этом зале с собой. Посмотрите, как вы выглядите. Есть ли на вас цепи? Где они расположены? Если видите где-то цепь, сразу снимайте ее. Какую-то цепь условности, цепь общества. Рядом тут же расположена печь. Прибавьте своим сознанием туда огня и положите эту огромную печь. И положите эту огромную цепь, бросьте в этот огонь. Посмотрите на ваши ноги. Свободны ли ваши ноги? Если они не свободны, то снимите с них веревки и бросьте в этот огонь печи. Снимите какие-то кандалы, какие-то цепи, какие-то закрывающие устройства или просто камни, которые грустно висят на ваших ногах. Снимайте их и бросайте в эту печь, давая всему этому плавиться и исчезать.
перейдите к своему поясу, тазобедренным суставам. Смотрите, что висит на них. Какие-то бляхи для сражения. Снимите их и выбросьте в огонь. Выбрасывайте всю свою неуверенность. Привыкание потыкать обществу. Привычку приглушать свои интересы в угоду кому-то или чему-то. Снимайте все свои цепочки, даже если они выглядят очень элегантно. Это все равно цепочки, которые вас ограничивают. Это цепи. Цепи, которые по жизни вас держат, не дают вам делать того, что давно хочет делать ваша душа. Снимайте эти цепи, эти кандалы, ограничения, эти доспехи. Бросайте или складывайте все в эту огромную печь, которая все сгорает. И все сгорая, перерабатывается в нейтральную энергию. Пройдите немножко выше и освободите ваш пупок и область живота от ненужных заборов и ограничений в денежном плане. В плане уверенности в себе. И представление себя в обществе. Также бросайте это в огонь и дайте этому превратиться в нейтральную энергию. Мы переходим к груди, грудной клетке. Освободите грудную клетку от гирь, упреков, презрений, от груза прошлых дней, прошлых лет, также прошлых перевоплощений. Как вы это видите, так вытаскиваете то, что вы видите, и складываете в печь. Теперь мы проходим в область горла. Снимите все ошейники, которые у вас есть, и выбросьте их, пусть они горят в печи. Уберите в ушах пробки, какие-то металлические предметы. Мы переходим дальше. Посмотрите на свои глаза. Уберите из глаз металлические бляшки, чугунные очки,
другие предметы, которые находятся у вас там. Посмотрите на ваши руки, снимите с них наручники и выбросьте их. Наручники общества, как вы должны выглядеть и что вы должны себя из себя представлять. Снимите их и выбросьте в огонь. Когда действие закончено, и вы видите, что у вас больше нет на вас металлических каких-то бляшек и всевозможных непонятных вещей, смотрите также в область спины и освободите вашу спину от ненужных гирь. И также гирю за гирю выбрасывайте, снимайте и выбрасывайте в огонь. После этого закройте створки печи, пусть там все догорает. Встаньте в круг света, на вас опускается огромнейший стол ярко-солнечного света. Питайте его в себя, глубоко вдохнув в себя. Методом дыхания войдите снова в ваше физическое тело. Я желаю вам хорошего дня, замечательного настроения. Найти свой свет, нести его и разорвать свои цепи. Уже начисто. А чтобы это было легче, мы сделали эту медитацию. Всем пока. До следующего дня. С вами была Лайкла Ольга Дюни. Чао.